прямой рейс во Владивосток из Улан-Удэ стал возможным после появления нового перевозчика – авиакомпании «Аврора» и государственной поддержки. Новый рейс, у него будет частота 2 раза в неделю. Он будет вылетать в понедельник и в четверг. Стоимость билета порядка 9900 рублей. Этот рейс у нас субсидируется. Благодаря этой субсидии пассажиры экономят порядка 3500 рублей. По словам министра, дальневосточное направление очень востребовано в Улан-Удэ. Билеты на ближайшие 4 рейса уже почти полностью распроданы. Вы расскажите, вообще рады, что открылся новый рейс? Конечно, очень удобно. Не нужно теперь в Иркутск ехать для того, чтобы улететь в Владивосток. Поэтому это очень удобно. Я прилетела сегодня утром. Я прошла весь день, погуляла по Улан-Удэ. Мне понравился очень город. Было интересно знакомиться. Никогда ранее тут не была. Вот. И сейчас полечу уже домой, в Владивосток. Одними из первых пассажиров стали популярные бурятские блогеры Татьяна Будаева, более известная как «Танки в танке», и Саша Кузьмина. Мне кажется, это так круто узнавать новые города, особенно теперь, когда не нужно трястись в поезде или ехать на машине. Причем мы сделали так, что мы даже не строили никакого плана четкого, мы решили действовать по ситуации. Собрали, конечно, у других читателей рекомендации, что нам обязательно стоит посетить. Нам порекомендовали океанариум, конечно, пляжи там, говорят, красивые. Сейчас погода там просто шикарная, сезон морепродуктов. Так что мы прямо насыщенную программу себе обязательно составим, но уже на месте. Что раньше, в период своего студенчества, мне приходилось трястись в поезде, а сейчас все становится доступнее, и люди стали ценить свое время и комфорт, потому что раньше это было типа норм, 2 суток протрястись, а сейчас все поняли, что это время лучше провести с пользой, и переплата, она не такая уж и большая на самом деле. Пока одни с нетерпением ждут полета, других уже встречают приветственные огни аэропорта Байкал и, по давней традиции, водная арка. Наслаждение получила просто вообще. Понравилось? Очень понравилось. Комфортно стало, что прямые рейсы с Владивостока до Улан-Удэ. До этого приходилось пересадка либо в Чите, либо в Хабаровске, либо поездом. Сейчас я сегодня в 8 вечера был в Владивостоке, сейчас уже в 10 я дома. Билеты на прямой рейс Улан-Удэ-Владивосток можно приобрести в авиакассах города или на официальном сайте авиакомпании «Аврора». На некоторые даты есть промо-билеты по 5600 рублей. А специально для зрителей АТВ и слушателей радио МСМ совсем скоро состоится розыгрыш бесплатных билетов. Смотрите АТВ, слушайте МСМ, следите за новостями в наших соцсетях и путешествуйте с удовольствием. Дарья Белева, Жаргал Ирденеев, телекомпания АТВ.